Ну что, тебе удалось убить хоть одного оленя? Вот рога, они достаточно хороши? Да, достаточно. Так я получаю твое благословение? Да, я дам тебе его. Вот, прими эту реликвию в знак моего согласия. А что это за реликвия? Много лет назад ее купил в Аргаане мой дед. Он сказал, что там таких еще много, и тот, кто сумеет найти их все, стяжает себе славу и богатство. Когда дед рассказывал об этом, он всегда улыбался до ушей. Вот как? Ну, просто никому никогда не собрать воедино все реликвии Аргаана. Тем более, что теперь одна из них находится здесь, в Фишире. Да, но тебе придется сделать еще одну вещь. Еще одно испытание? Это не испытание, сынок. Тебе понадобится обручальный браслет для Айви. Ну, и ее согласие, разумеется. Браслет? Думаю, об этом стоит поговорить с Хальвином. Может быть, он сможет мне помочь. Сделай это, сынок. Так что, Громар наконец дал тебе свое согласие? Да, вот буквально только что. Что ж, поздравляю. Теперь все, что мне нужно, обручальный браслет для Айви, но, увы, такие вещи мне просто не по карману. А ты поговори с Аруком. Он пару дней назад нашел несколько кусков янтаря на берегу. Попроси у него немного, и я сделаю для тебя браслет. Правда? Ты серьезно? Естественно, мы же друзья.